Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. Куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Будет зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генерал-лейтенант, так точно. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощелкай выключателями. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, слово «не». Точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там а темно и б страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нем вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит, его кто-то метнул. Вот! 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 Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артем, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток.
умирать. Вперед! За родину! За смерть от старости! Не дрейф, прорвемся! Надо же. Косорылые! Боря! Памятью твоей клянусь! Не успокоюсь, пока их не изведу! Проклятые твари! А? Так, впереди насосная станция и резервуар восточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс! Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Через что сразу, Ульман? Несправедливо. Все чисто, заходим. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули потихоньку. Слышали? Чёртовы лопухи! Вдыхали на снова! Осторожней!
Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату, живо. Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Thank you.
Сюда! Слава богу. Живой все-таки. Степана убили. Степу. Дьявол! Тише, тише! Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что за... Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка — командный центр.